Привет, меня зовут Кирилл Рюбасов, это Даша Рюбасова. Мы вместе с моим братом и с моей мамой организовываем общественный проект. Смысл его в том, что нужно помочь детям из детского дома, из приюта «Транзит», организовать для них Новый год. Да? И я очень прошу тебя помочь деньгами, информационно, любыми действиями, которые можно помочь, чтобы у детей был в этом году Новый год. В прошлом году для этого проекта собрали около 14 тысяч рублей, и получилось организовать. В этом году пока мы собрали ноль. Zero. Причем на острове Самуи очень много сказочников, которые рассказывают, что они не хотят, не знают, ничего не делают. Поэтому нам достаточно сложно помочь. Поэтому, пожалуйста, петербуржцы, подключайтесь, помогайте, потому что кто кроме нас? Никого. Никто этим детям не поможет. В общем, рядом с этим видео найдите форму, специальная ссылка, переходите. И там небольшая социальная игра. То есть смысл такой, что чем больше вы репостните своим друзьям ссылку на эту страницу, тем больше очков наберете и, соответственно, получите специальный приз от детей. То есть они сделают для вас что-нибудь своими руками. В общем, меня зовут Кирилл Рыбасов, участвуйте, не жуйте, пожалуйста, сопли, не рассказывайте красивых историй о том, что почему не надо понимать, просто помогайте.